отрегулируй. Сиденье продвинь, по зеркалам посмотри. 30 водителей предприятия «Оренбург-Газпромтранс» соревнуются в скоростном маневрировании. Показывают отточенное мастерство. Змейка, парковка, въезд, тоннельные ворота, стоп-линия. Даже тем, кому удалось без помарок пройти эстафету, говорят, можно было и лучше. В следующий раз будем стараться более улучшить свои достижения. Люди тоже потянутся. Будут более аккуратно уже. Мастерство какое-то появится. Опыт. И лишний раз потренироваться, это оказывается неплохо. На самом деле, чтобы доехать до финиша, не задев ни одного препятствия, требуется недюжинная сноровка и опыт. Особое внимание тем, кто работает на автобусах. Ведь их задача – доставить пассажира не только в целости и сохранности, но еще и с комфортом. И здесь водители «Газпромтранса» оказались лучшими. В процессе подготовки, проведения данного мероприятия водители лишний раз открывают правила дорожного движения. Изучают требования охраны труда, правила техники безопасности. То есть цель, в общем-то, это повышение квалификации водителя. Прежде всего, человек. Чтобы они его привезли, увезли, отработали на этой трубе, которая дает нам тепло и, как бы сказать, и свет. Вот, я думаю, что и мы это здесь почерпнем и будем внедрять в те места, где у нас есть слабые места. Пока одни соревнуются на площадке, другие определяют неисправности в автомобиле. На то, чтобы найти у КамАЗа изъяны, всего 5 минут. Но настоящим профессионалам требуются секунды. Опыт работы, уже сколько мы здесь выезжаем на линию, сколько раз у нас механики проверяют. Все это откладывается в голове. По-моему, ничего сложного нету. Помимо практической части, участников конкурса ожидает теоретический этап на знание правил дорожного движения. Ну а победители объявят в начале сентября и вручат им ценные подарки. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время.